сдавшихся в плен врагу считать злостными дезертирами. Расстрел на месте и позорное клеймо предателя. Класс, встать! Вы все знаете, что ждет вас дома. Приказ 270 от 16 августа 1941 года. Но командование вермахта дает нам шанс. Если вы примете мое предложение, снова сможете сесть за штурвал. Поднимитесь в небо. Почувствуйте себя нужными. Понимаешь, таких сплений не бывает. И без сознания был. Мы тут все без сознания были. Соглашайся. Какие люди потом глаза смотреть будут? Мы давно уже предатели Родины, Миша. С Родиной сам разбирайся. Ты не Родину предал, ты меня предал, Гуля. Ладно убежать, но улететь. Чего не теряем? Один раз умирать. Так если ты летчик, мы за тебя зачем? Один исправлюсь. Немцы стерегут море. А мы по ним. Сохраняйте порядок. Четко выполняйте указания персонала. Подъем! Слушать меня, парень! Нельзя тебе помирать за просто так. Мы уже бомбим Лондон. Скоро ракеты полетят на Москву, и тогда войне конец. Я умер, все. Умер, Коля, Ларик. Вдвоем у нас получится, Коль, давай. Здесь каждый сам за себя. Почему не вылетаем? Потому что все не должны возвращаться к живым. Отпусти меня. Отпусти, говоришь. Даже не сомневаюсь, что вам там очень понравится. Одной семье... Заходите, заходите. ...предстоит сделать необыкновенное открытие. А это последняя живая птица Дуду. Она вид мертвая. Была когда-то живая, не придирайся к словам. Красиво. Это не Диснейленд, конечно, но сюрпризы обещаю. Она на меня напала? Ладно, поймали. Чё надо? А можно желание? Загадывай. Такого желания ты еще не исполнял. А где Смэш? Идем со мной, я вас к ней отведу. Вы готовы зажигать? И это все? В каком смысле все? Это тяжело. Это изнурительный труд. И вонючий. Ничего необычного тебе на глаза не попадалось? В смысле, кроме вас? А что, с песочком у вас здесь проблемы? Совсем? Как продлить желание навсегда? Эти желания всегда выходят боком. Здесь классно! А вы думали, волшебство — это всегда огоньки и звездная пыль? Отправь нас в прошлое. Последствия неизбежны. Надо скорее выбираться отсюда. Значит, это была правда. Стоп! Стоп! Я не собираюсь больше ждать, этот эльф мой! Я разберусь! Дэвид, детям нужно давать свободу хоть иногда. Вернулись. Приведи его ко мне. Знаешь, не огорчайся. Желайте. Мечтайте. Где мое золото? Верьте. Кажется, ты не безнадежна. Сэм – песочный эльф. А, да что такое? За что вы заперли птиц в коробку? Там еще и зеленые свиньи. Джокер, Шмидти!
Доброе утро. Феликс, мы проспали. Давай, скорей. Первый день Феликса в новой школе, и в то же время это его последний шанс. Запрещено кричать, бегать и прыгать. Значит, можно только дышать и учиться? Тихо, дышать и учиться. Есть только маленькая проблема. Ты нарушил больше правил в первый день, чем другие за весь испытательный срок. Ой-ой. Если вдруг будут с ней проблемы, просто представь ее голой. Ну или крохотная, это тоже работает. Тебе не место здесь. Этой весной. Ой, подъем. Что это? Кошмарный сон? Да, можно и так сказать. Ух ты, офигеть. Фрау Шмидгёсен вайн уменьшилась? Это кукла? Сейчас же сделай меня большой. Что это ты делаешь? Теперь вы моя шпаргалка. Да ни за что. Помогу, если поможете мне. В школе слишком мало учеников. Остается только закрыть школу. Я не позволю этой тряпке забрать у меня мою школу! Чтобы спасти школу... Осторожно, они очень... пыльные! Взрослые дети... должны объединить усилия. Мне срочно нужен завтрак. Ты что-то сказал? Нет. Разве что про себя. А-а-а! Помогите, я уменьшил свою училку. Порезать? Нет, я сам. В кинотеатрах с 1 апреля.